10 лет в эфире. Творческий коллектив Евразии поздравил своих коллег с юбилеем. Круглую дату отметили сотрудники телекомпании «Первоуральск ТВ». В честь праздника провели концерт, на который пригласили множество гостей. В их числе оказались и наши корреспонденты. Аниматоры на ходулях. Таких посетителей парк новой культуры не видел никогда. Трехметровые сказочные персонажи привлекают к себе внимание с самого входа. Горожане стремятся сфотографироваться с ними и поздороваться. На празднике организованы различные детские площадки, гигантские кости, танцевальные конкурсы и флешмобы, аквагрим, рыбалка и многое другое. За активное участие ребятам вручают жетоны, которые в дальнейшем они меняют на призы от телеканала. Самые активные участвуют в конкурсах и на сцене. Яркие костюмы, звонкие голоса и живое исполнение кавер-версий известных музыкантов, телевизиончиков пришли поздравить вокальные и танцевальные коллективы Первоуральска. На сцену один за другим поднимаются и почетные гости с грамотами и праздничными пожеланиями. Давайте все аплодисментами поздравим их с юбилеем, пожелаем им развития, роста профессионального. Ну и, конечно, самого высокого, чего ждут все смишники, это медиафокуса. Сами юбиляры работают и в свой праздник. Снимают сюжет, проводят развлекательную программу, вручают призы и даже выходят на сцену в роли артистов. В основном у нас очень молодой коллектив, очень дружный коллектив. В основном это молодые ребята. Очень творческие ребята. Это, естественно, операторы, корреспонденты, монтажеры, я как редактор. И хочу сказать, что все ребята молодцы. Им удается работать с хорошей, слаженной командой. Поздравляет с юбилеем коллег и творческая команда телеканала «Евразия», исполняя для именинников эксклюзивную песню. Отмечает 10 лет ПТВ, ПТВ. И снова к вам пришли гости все. Евразия сейчас удивит очень вас. День такой прикольный, останетесь довольны. Мы рады быть среди гостей на этом празднике. Возьмите за руки, друзья, и пойте с нами. Первоуральск ТВ всегда точно как в эфире. ПТВ, ПТВ, 10 лет в эфире. Песня авторская, писали мы всей дружным коллективом телеканала «Евразия». Большой любовью, теплотой. Звуки праздника не замолкали в парке новой культуры несколько часов. Всем гостям дарили воздушные шары, а круглой дате напомнят и моментальные фотографии с символикой ПТВ. Елена Беляева, Александр Захаров, Дамир Харисов. Хроника дня.